Мой морской друг плавает по всем океанам, и он сообщил мне, что видел такой кристалл на берегу Африки. Африки! Да. Спасибо, мой морской помощник. Отправляйся в свою стихию. Постой! Прямо, дядя! Ученый, он как раз сейчас находится в экспедиции в Африке. Он смотрит! Он смотрит! Ага, но как ему об этом сообщить? Да это он сможет срочно приехать к нам, даже если он найдет кристалл. Отправим же у самого надежного почтальона! С письмом я помогу. Есть волшебное слово, которое позволит вашему дяде преодолеть любые расстояния. Приглашаю вас в мое скромное жилище. Будьте моими гостями. Спасибо.